Да-да-да, Витхавер рвется в бой. А это значит, что настало время поучительных историй о вреде пьянства. На самом деле нет. Нет, ни в коем разе. Пьянство — это благодетель. А вот жадность — это уже не благодетель. Делитесь с ближними всем и прежде всего кружкой вкусного сладкого меда. Поэтому не будьте жадными, друзья. Не будьте такими, как Гер Хольгер. Конечно, делитесь, а мы вам споем про одного жадину. Ну и вы нам подпевайте, конечно же. Какой буквой подпевайте? Подпивайте. Но это нормально, сегодня же самает. Ох, и жарко здесь, чувак, бери. Поехали! Заждался тебя мой дворец, твоим преступлением приходит конец. Король размахнулся двуручным мечом, и кровь побежала по бритым лучом. Ругала за битью, а после лицом слегла стопилея и подушит лицом. На башне 11 колокол бьет, Герхольга со смертного ложа встает. Стучит через крышу под мертвой рукой, и кровь моя дала в жизни свой покой. Никого я себе в эту